Привет, пацаны, с вами Флагбор, с вами Разрушитель Панк. Всем привет! И сегодня мы хотим создать лагерный мир. Я его уже пробовал создавать, я в нем не играл, но он реально лаганный. Я сейчас вам покажу координаты, ну то есть что надо, и, короче, подождите секунду. Пацаны, то есть вот, можете скриншотить, я подожду. Смотрите, я нажимаю создать. И вы смотрите, лаги. Террария перевернул. Да. Еще тут улыбка, пацаны. Это лаги. Я не буду вам спойлерить, вы просто прочитайте, что тут. Ну. И мы сейчас будем играть с Ильей вместе. Да. Ну, блин, вы видите, кстати, эта улыбка. Она не проходит. Мне сейчас Илья такое сказал. В этом мире бесконечный ноль. Все, это единственное, что он заспал. Ладно, не буду вас мучить. Но это что? Мне все в аду. И там будет 4 игрока сразу. Да, но не будет. Мы это еще не знаем даже. Это мне просто друг сказал. Ладно, пацаны, подождите. Мы сейчас зайдем многопользовательскую. Пока, кстати, я тут был, я понял, тут все, то есть перевернуто надо читать. Вот увеличение паучьих пещер. Блин. Сейчас загружается. Я сейчас... Весь мир не зайдет. Я сейчас просто готов. Я сейчас не знаю. Я готовлюсь к тому, что я сразу буду падать в лаву. Поэтому я готовлю уже, чтобы что-то сделать. Блин, подожди секунду. Чё? Легенда? Подожди, назад. Я многопользовательский хост. Поставь. Это легенда. Я играл человеком. Я захожу. Все. Я не знаю. Это что за покемон? Это верх? Это ад, пацаны. Это сложнейшие версии. Пацаны. Пацаки. Пацаки. Это легендарное слово. Попа мамонта пришли. Видишь, смотри, вначале сразу есть уже жители. Чего ты подорвалась просто так? А напомни, а что тут еще есть? Тут. Короче, я выкапываюсь. Потому что мне тут скучно. Ты жжешь. Это легендарно сложно, пацаны, понимаете? Это легендарно. Я в шоке. Я сейчас сижу с Ильей. Я в шоке. Да, это... Я смотрел видео такое, где легендарная сложность. Это есть... Я умер тоже. Это как... Стой! А я в аду? Блин, я думал... Ты знаешь, что это легендарная сложность? Ты проходил ее... Вы знаете, что кто-то эту игру проходил, сказать, стоп, что... Стоп. А у тебя сейчас в инвентаре есть призывалка босса? Да. Попробуй. Ты умер опять. Я думаю... Ты умер уже второй раз. Это что? Это за хардкор, пацаны? Это... А понимаете, кто-то проходит без ноль вещей вообще? Что? Тут вообще не надо касаться земли. Короче, нам нужно искать какие-то дыры. Дыры, и по ним мы уже... Скилки черные. Так, стоп, это только у тебя. Это у тебя бог, ты помнишь? Пацаки! Стоп! Не вылетела игра. Стоп, а у тебя вылетела? Ладно. Стоп, это паутина. Мне вообще как бы на нее пофиг. Как отсюда вы... Легендарная. Это что за буфи? Я подсоединяюсь к тебе. Не, я сейчас умру, конечно. Ну что это, пацаки? Легендарная сложность. Я надеюсь, это хайпанет. Слушай, а может остановить на паузу это? Ну, пока мы не выберемся. Потому что это хард. Так. Осталось же на паузу? Нет. Так. Стоп, где вообще запись экрана? Запись экрана типа идет. Ну, вот. Я предлагаю поставить видео на паузу, пока мы не выберемся. Да, я буду. Да, все. У него опять инет вылетел.
Я в шоке сижу сейчас. Я сейчас сижу, пержу в шоке и боюсь увидеть тут что-то, что меня убьет с первого раза. А, я опять сейчас сдохну. Блин. Стопай. Это возражение? Мне как... Тут вообще до блока докасаться и походу нельзя. Это... Я уже, слушай, я уже не верю в то, что это ошибка. Потому что, ну как, могла появиться легендарная сложность. Ну. Так что он... Я вообще сейчас пытаюсь копаться. Как-то. Я сейчас просто свой максимальный рекорд побил по высоте достигаемой в этом мире. Чем? Вопрос. Чем я был расплавлен? Вопрос. От чего можно умереть? Мне кажется, тут можно умереть просто от того, что ты будешь стоять в УФК. Ад это... Давай попробуем! Что? А что снаружи, если ад это, можно сказать, обычная улица? Слушай, я хочу пролететь этот ад. Я тоже улечу. Давай ты в одну, я в другую сторону. Цу. Смотри. А-а-а! Стоп. А, это бак у меня. У меня такое же было. Я копался, у меня ничего не про. А, чё? Это чё? Блин, а если реально призвать близнецов? Кстати. Нет. Да. А тут, кстати, нельзя просто призывать. А может сейчас день просто? Нет. Тут всегда ночь в этом. А, точно. Боже, как ты так долго живешь? Мне кажется, броня не помогает. Мне кажется, тоже. У меня 400 хп, для меня так пипец как много. Я не знаю, просто. Я покрошу ее. Я умер. Пепел. Сколько тут? Это как пройти? Вы знаете, как? Я видел такое видео, кто прошел без вообще, без зенита. Просто вначале прошел эту легендарную сложность. Да мне кажется, ему... А, стоп, тут один сид. Тогда как? А я до чего докоснулся, что я сейчас превращусь? Слишком жестко. Опа! Откуда? Упавшая звезда в шахте. Так что... Я говорю, это станция, нет гида в начале. Боже, я не верю, что это ошибка разрабов. Это не ошибка. Это, наверное, взял специальный легендарный мод. Я не знаю, это хард-мод. Я просто... А если тут еще чем-то торгуют имбовым они? Мне кажется... Чё? Я вообще хочу, конечно, что тут делать. Я недавно... Ну, мы не знаем, что тут делать. Тут это скучно. Тут это выживает всю воду. Сколько тут трупов? О, мне кажется... О, а где все? Они уже все умерли. Кто? А, ну да, типа... Фиолетовый заяц. Откуда тут упавшая звезда? Вопрос. Она... Я вообще сейчас такой нафиг злой. Понимаю, что это называется... Полный капец. Это невозможно просто пройти. Это невозможно. Да? Не верю. Тут просто... Я не знаю. Подождите. Я немного передохнул, но я, правда, до сих пор в маленьком крысище. Я немного в маленьком таком шоке, но я нашел какую-то большую шахту. Какую-то на... Стоп! Это лед? Стопай, я сейчас где? Я как-то пробрался очень далеко. Я тоже далеко пробрался. Это земная карта. А блин, вообще нет... Стоп, я нашел рельсы, уже хорошо. Подождите, я в шоке. Мне кажется, невозможно умереть. Да, невозможно. То есть не умереть, а выжить. Да. Сколько? Я уже более-менее выбрался как бы с сада, но это... Слушай, я уже не ощущал хардовости. Мне интересно реально на Луну посмотреть. Потому что мама моя родненькая. Слушай.
это что? Кстати, сделай команду, у меня есть зелье червоточины, я могу к тебе червоточину. Подожди, нет, давай мы выберемся и уже. Ну, если ты так хочешь... Сделай команду желтых. Подожди, не, ну если ты так, конечно, хочешь. Команда желтых. Все, я теперь могу к себе телепортировать. А, не, ну мы с тобой вообще далеко, ты свет, я испугался того, что ты появился, ну ладно. Тут уже умереть невозможно, да? Ну, ты издеваешься! Тут ты гонишь! Что? Нафига ты через лаву пошел? Ой, тут лава? Да! Ты чё? Ты не увидел лаву? Да, я просто думаю, я не умираю что-то. Слушай, ты не забыла то, что мы на легендарной сложности? Легендарный, нафиг. Так, один мир есть только с этой. Или несколько. У тебя есть еще одно зелье? Да. Я сейчас тебе попробую обратно телепортироваться. Давай, ты пыхайся. Есть. Ты пыхайся. Только я тебя умоляю, вспомни то, что это... Копать? Это что? Это что? Сразу много блоков сломалось. Чёрт. Мы прокопались очень высоко. Я сейчас хочу. Я выхожу пока. Нет. Он. Все, ставь на паузу, нет. Выключаем видео. Ладно, мне кажется, просто этого эти 11 минут стоили нам очень дорого. Спасибо за просмотр. Всем пока.